Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 55-я серия турецкого сериала «Однажды в Чукурова» и что будет в 54-й серии. 55-я серия выйдет на экраны Турции 13 февраля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, однажды в Чукурова мы увидим, как Хинкар смогла набраться смелости и решила обо всем рассказать отцу Илмазы. Она понимает, что должна раскрыть ему те секреты, которые так сильно терзают ее душу и мешают спокойно жить. Только подробной новости никто бы не смог пережить, и это также относится к отцу Илмазы. Демир также выслушал все, что ему хотела сказать мать, и он узнал, что его отцом на самом деле является другой человек. Эта новость стала для него большим ударом. Никто не мог ожидать подобного поворота событий, и ситуация начинает принимать неожиданный поворот. Демир сел в свою машину и помчал на большой скорости, куда глаза глядят. Остановился он только тогда, когда оказался возле обрыва. Несмотря на все открывшиеся обстоятельства, отец и сын были и будут, между ними также останется связь. Демир находится на волоске от своей собственной смерти, и его отец, которого известие разбило все надежды. Он также находится в смертельной опасности. Бехидже готова пойти даже на самые крайние меры для того, чтобы вернуть покой в свой собственный дом. Хинкар заявляет в открытую, что у каждого имеются свои секреты, только не все их могут раскрыть. Теперь Хинкар принимает решение выступать против Бехидже. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. И также писать комментарии. До скорой встречи!